Добрый день. Хочу вот показать, какие же все-таки животные умные. Даже куры умные. Говорят, мозги куриные. Ага, ничего подобного. Вот курица Глашейка, которую все обижали. Обижали как? Она наводила панику, начинает это кудахтать. И все, естественно, там за ней бегут. Она у меня вот так вот под вот вагончик, под моим вагончиком, уже живет в одиночестве, наверное, полмесяца, а то и больше. А постоянно подходит вот к петухам, петухи через загородку, и она совершенно спокойно себя чувствует. И ходит, дразнится перед ними. Идет именно сюда вот травку покушать, как будто ей негде больше кушать. Да, я про тебя говорю. Угу. Да, а они тут бедные все изводятся в одиночестве. Я их поселила отдельно. Вот буквально на днях буду забивать их. Конечно, жалко, такая красота. Красота такая. Ну а что поделать? Мне надо срочно вот три месяца и неделя. Да, сегодня? А, нет, 3 месяца и 10 дней. Завтра будет 10 дней. 3 месяца и 10 дней. Вот, красота какая, прям вообще с ума сойти. Жалко, но мне надо вольер под индюков освобождать. Вот, опять, вот я говорю, пришла и дразнится здесь. Перед ними травку жует, они тут все бедно изводятся. Вот такие вот. Ой, бедные, да. А ей хоть бы что. Она вот спокойная. Через загородочку-то. Совершенно адекватная. Сразу через загородочку сделалась. А в вольере вела себя буйно. Вот они, мои петушки-красавцы. Уже потрошенные. Ну, красивые они были на внешний вид, такие статные, когда гуляли. Посмотрим, сколько они, какой вес нагуляли, сколько они весят. Сейчас их возраст ровно 100 дней. Еще раз повторю, это французский бройлер Сасса. Сейчас завесим, сколько тушка весит потрошенная. В 3 месяца и 10 дней. Значит, весы на 0. Плохо видно тут, да, темно. Берем тушечку. Так, и она у нас весит 2 килограмма 928 грамм. Ну, неплохо, я так думаю. Сейчас другого взвесим. Ой, господи, тяжелый. Так, весы у нас по-прежнему на нуле. Кладем вот другого. Так, он у нас весит. И не вижу, сколько. 2 900, не видно, 2 945. Ну, примерно одинаково. Сейчас третьего взвесим. Так, держись, не падай. Так, весы на нуле. И берем третьего. Видите? Ой, сейчас упадет. Так.
Плохо видно, темно. Так, 3 килограмма 38 грамм. 3 килограмма 38 грамм. Ну, примерно в районе 3 килограмм все они весят. Так, 3 месяца и 10 дней. Ну вот что, я забивала все время в 4-4,5 месяца. Вот жирок мне, конечно, больше нравится, когда такой он желтенький. И мяско, я вижу, тоже еще не совсем дошло. Да, в 4 месяца было бы, конечно, в 4,5 лучше. Они немножко вес побольше бы набрали. Они еще набирают хорошо вес. Но мне надо было освободить вольер. Ну вот я это и сделала. Ну зато никто дразнить их больше не будет. Вот, и вот хочу показать, какой у них, сколько субпродуктов вот получилось. Желудочки какие хорошие, большие. Ну, тоже, видите, в жару. Но это хорошо. Жарить как раз они сухие не будут. Я жир специально желудков не снимала. И самое главное, вот видите, какое богатство у них. Яйца их, которые покоя им не давали. Глашейка, когда проходила. Да, конечно, бедные. С таким богатством тяжело было им. Вот. Муж что-то делает с яйцами. Говорит, очень вкусно. Я никогда не готовила. Но говорят, что это деликатес. Яйца куриные. Он их готовит и ест. Говорит, природная виагра. Так что, мужчины, знайте. Все, спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.